Всем привет! Вы на канале Маш Ньюс, первом промышленном. Уже больше года назад мы подготовили первый выпуск нашей рубрики «С чего начинается технологический суверенитет», где речь шла о композитах. Сегодня мы продолжим эту тему для того, чтобы узнать, что происходит с производством изделий из композитных материалов в стране и какие изменения произошли за год. Мы расскажем о наиболее характерных и важных сегментах отрасли, об особенностях производства наиболее известных композитных материалов на основе углеродного волокна, используемых в авиакосмической отрасли, а также о стеклопластике и других видах композитов. Вы узнаете, что мешает достижению технологического суверенитета в этой отрасли, ее проблемах и кто саботирует ее развитие. Значение и роль композитов в жизни продолжают увеличиваться. Новые материалы – это инновации и путь к инновациям. Поэтому большинство современных заводов в той или иной мере применяют такие материалы, а зачастую сами создают их. Потому что, как верно отметили на одном предприятии, на котором мы побывали, композиты летают, плавают, ездят, строят, защищают, изолируют, а иногда и проводят ток. Самые известные сферы применения композитных материалов у всех на слуху – это авиация, космонавтика, кораблестроение, автомобильная промышленность и, конечно, военно-промышленный комплекс. И как нетрудно догадаться, в большинстве случаев информация об этом носит закрытый характер. Тем не менее, что-то новое вы для себя сегодня откроете. Читайте краткие обзоры ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Как стало известно от пресс-службы Минпромторга и руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемизова, перенос начала поставок МС-21 не должен повлиять на запланированное количество выпуска самолетов к 2030 году. 12 бортов среднемагистрального МС-21 уже находятся в разной степени готовности. Компания «Аэрокомпозит», входящая в ПАУ «Яковлев», задачи по замещению импортных композитных материалов конструкции лайнера выполнила. Продолжаются работы по оптимизации прочностных и весовых характеристик, элементов механизации оперения, центроплана и крыла МС-21. Средненевский судостроительный завод уже передал в МФ России 8 тральщиков проекта 12700. Это самые крупные в мире корабли с цельным корпусом из композитного материала, выполненного методом вакуумной инфузии из стекловолокна. Средненевский завод выходит на выпуск 2 таких минных тральщиков в год. Ранее адмирал Евменов сообщал, что в перспективе завод будет сдавать ежегодно по 3 тральщика. Также Средненевский судостроительный завод принял участие в создании копии легендарного самолета-амфибии Ша-2, который собирали в начале 30-х годов прошлого века в Таганроге. Ша-2-017-БИС – так называется нынешняя реинкарнация Ша-2. Самолет содержит композитные элементы конструкции, стабилизатор, руль высоты, руль направления и киль, а также обладает увеличенным фюзеляжем для большей устойчивости на воде. Трехместная машина сможет производить взлет и посадку на воду и на сушу, а с лыжами – на снег и лед. Производство композитов из углеродного волокна в стране получило серьезную поддержку в 2015 году, когда дивизион перспективных материалов «Росатома» компания «Юматекс» запустила производство углеволокна на площадке в особой экономической зоне Алабуга. Следующий шаг к технологической независимости был сделан в 2021 году с открытием завода по производству полиакрилонитрила или ПАН-прекурсора – сырья для производства углеродного волокна. ПАН – результат нефтепереработки. Нитрил акриловой кислоты, которую Юматексу поставляет Лукойл. Процесс производства ПАН-волокна начинается в реакторе, где из смеси мономеров и других компонентов, необходимых для проведения реакции, получается полимер в виде гранулированного порошка. Затем твердый полимер растворяют в диметилацетамиде, в результате получая тягучее вещество, из которого и формуют ПАН-волокна, пропуская через фильеры с тысячами отверстий. Эти тончайшие нити или филаменты и образуют ПАН-жгуты, которые наматывают на волокна, промывают, просушивают и в виде белого волокна наматывают уже на бобины. Прочность каждого из этих тысяч волокон внесет потом свой вклад в прочность будущего композита. Следующий этап – термообработка. При температуре от 200 до 300 градусов проходит процесс окисления. ПАН-волокна меняют цвет от белого до золотистого и знакомого всем угольно-черного цвета. Далее в печах карбонизации с температурой до 1500 градусов волокна уменьшаются в диаметре в 2 раза и приобретают у скомую структуру на 99% состоящую из атомов углерода, после чего бобины уже с углеволокном поступают на заводы по изготовлению припрегов и тканей. Читайте краткие обзоры ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Мы находимся в главном производственном помещении АО «Припрег СКН».
Первым этапом у нас расстаиваются брикеты со связующим. Здесь он освобождается от эксплуатационной пленки и переносится на горячий стол в зону нанесения. Далее брикет со связующим подплавляется, и связующий переносится специальным транспортером в зону горячих каландров для последующего нанесения его на поверхность силиконизированной бумаги и изготовления полуфабриката. Далее визуальный процесс мы можем наблюдать в зоне горячих каландров, куда попадает связующее со второго этажа. Оно предварительно разогретое и идет уже непосредственно нанесение на поверхность силиконизированной бумаги. Далее силиконизированная бумага с нанесенной пленкой связующего проходит контроль поверхностной плотности радиоактивным изотопом и наматывается в рулон. А с рулоном что дальше происходит? Намотанный рулон переносится на основную линию, уже на саму пропиточную машину, где уже, собственно, и образовывается припрек, который также наматывается в рулон и поступает в холодильник для дальнейшей отгрузки потребителю. Сколько в таком виде хранится он в холодильнике? В замороженном условии при кондиционной температуре минус 18 градусов припрек способен сохранять свои эксплуатационные физико-механические свойства до года. Здесь что происходит? Здесь, на основной линии производства припрегов, происходит транспортировка бумаги с нанесенной пленкой связующего непосредственно в зону пропитки и нагреванием и транспортировкой дальнейшего уже пропитанного припрега в зону намотки в кондиционный рулон. Здесь непосредственно в производственной зоне можно наглядно увидеть сам процесс пропитки. Это то место, где соединяются наши предварительно заготовленные две пленки со связующим и сам углеродный наполнитель в виде углеродной ткани. Сама пропитанная ткань поступает между двумя нагревательными валами, каландрами, подогревается в нескольких зонах и транспортируется в дальнейшую зону контроля и намотки. Зона контроля непосредственная, охлаждающий стол. Далее происходит удаление отработанной бумаги, контроль плотности и качества. Припрек освобождается полностью от вспомогательных материалов и идет в зону покрытия его эксплуатационной пленкой. Данная пленка нужна для технологичности при намотке и дальнейшей эксплуатации, чтобы не слипались слои и было максимально удобно эксплуатировать уже готовый припрек. Спрос на нашу продукцию идет из максимального количества областей. Начнем с нашего флагманского продукта в области строительства, применения композитов в стройку. Это система внешнего армирования FIBARM. Оно состоит из двухкомпонентного эпоксидного связующего и углеродной ленты. Служит для восстановления и усиления строительных конструкций, поврежденных, изношенных, различных сводов мостов, тоннелей, колонн, опор, фундаментов. И на этом образце визуально наглядно видно, как происходит это восстановление. То есть не восстановленный фрагмент и восстановленный с помощью нашей системы. То есть обычный блок приобретает другие качества, уже другие свойства и на излом, и на долговечность, скажем так. Совершенно верно. И очень хорошее свойство то, что в отличие от железобетона, все эти армирующие материалы подвержены коррозии, наш материал не корродирует и устойчив к агрессивным средам. Здесь наиболее массовый наш продукт — это композитные клюшки. Данные клюшки производятся на нашем предприятии в Набережных Челнах. Это предприятие «Заряд». Она очень легкая, можете потрогать, 200 с небольшим граммов. Очень функциональная, гибкая, износостойкая. Не уступает импортным аналогам. И «Припрэгскэм» является единственным предприятием в России, которое производит припрэги для спортинвентаря. Так, а что можно сказать об изменениях за год в производстве? Что произошло за этот год? За прошедший год у нас набрала большую скорость, большие обороты производственная система «Росатома», которая направлена на снижение издержек производства, повышение производительности труда и снижение отходов. Для примера, за прошедший год мы снизили отходы при перезаправке, при производстве более чем на 20%. Также увеличили производительность труда более чем на 30%. Снизили время протекания процесса более чем на 50%. В контуре нашего дивизиона, композитного дивизиона «Росатома», технологический суверенитет – это с огромной долей уверенности, можно сказать, начинается с производства полного цикла, замыкания этого полного цикла. У нас это произошло в 2021 году с момента открытия долгожданного нашего панзавода, где производится исходный компонент для производства углеродного волокна.
Без углеродных композитов не обойтись в производстве газовых центрифуг, используемых Росатомом. Максимальная скорость вращения ротора из стали лучших марок – 1,5 раза ниже, чем композитного. Не обойтись без них и в ветроэнергетике. Углеволокно Юматекса используют компании из разных отраслей. Если говорить об авиастроении, это не только аэрокомпозит, о котором мы уже упоминали, но и предприятия, поставляющие свою продукцию для производства авиадвигателей. Мы стоим у станка КТ-6250. В прошлом году он был основным 3D-ткацким станком предприятия. В этом году он трансформировался в станок КТ-1000. Как это произошло? КТ-6250, КТ-1000. Главным событием в 2023 году стало открытие новой производственной площадки компании «Карбонтекс» в Казань-Экспо. Здесь мы расположили наших два ткацких комплекса. Первый, который мы разработали в 2020 году, КТ-6250, и новый ткацкий комплекс КТ-1000. Автоматизированный ткацкий комплекс КТ-1000 был построен при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта «Коммерциализация» с целью выполнения сложных и высокотехнологичных проектов для объединенных двигательно-строительных корпораций. В первую очередь для создания компонентов авиационного двигателя ПД-35 и ПД-14. Чем отличаются возможности КТ-1000 от станка КТ-6250? Во-первых, это ширина рабочей зоны станка, увеличена до 1000 мм. А во-вторых, это жаккардовая машина. Что позволяет сделать жаккардовая машина? Жаккардовая машина позволяет управлять каждой нитью индивидуально. За счет этого мы можем изготавливать сложную по геометрии тканный каркас, что в последующем сокращает мехообработку готового композита. В отличие от ремизной? В отличие от ремизной машины. Изделие, которое мы сейчас изготавливаем, оно увеличено по габаритам. В этой связи мы должны были увеличить и количество шпуляльников, а также бобин, которые находятся на них, с одномотным углеродным волокном. В этом году мы продолжили разработку новых материалов на базе технологии трехмерного ткачества и разработали новый конструкционный материал торбикулярной структуры в виде легкой композитной панели. В отличие от композитных панелей, все элементы этой структуры взаимоувязаны в единую силовую схему и не могут расслоиться или расклеиться. Ткань такой структуры мы назвали трабикулярная ткань. А сейчас он обеспечивается не только за счет разработчиков, которые внедряют на рынок новые продукты, но и спроса на их продукцию, это в первую очередь, объема заказа, который может заказчик доставить этому инновационному производству, ну и также готовностью конструкторов работать с новыми материалами, не бояться переходить с советского задела на новые технологические возможности. Это позволит в будущем нам стать конкурентоспособным по сравнению с зарубежными производителями, сделав необходимый технологический рывок с учетом того, что только сейчас как раз и развивается это направление, увеличивается объемы заказа, серийности и объем производства. В 2024 году мы планируем существенно увеличить объем производимой продукции за счет установки еще трех ткацких комплексов КТ-1000. Композиты, они делятся на 4 очень крупных группы. Композиты полимерные, композиты металлические, композиты керамические, керамические и композиты углеродные по виду матрицы, которую композит образует. И вот композиты керамические, металлические и углеродные, они на самом деле самые продвинутые, самые современные, с самыми уникальными характеристиками и применяются как раз в основном в таких, в абсолютно закрытых отраслях, как авиастроение, двигателестроение, ракетостроение, в целом авиакосмическая отрасль и оборонно-промышленный комплекс. Выделен блок, он в целом в мире, он, это основное направление, полимерный композит. Он всего этого вида композитов занимает 80% рынка. От 80 до 90, в зависимости от страны. Поэтому, когда у нас многие люди говорят слово «композит», они подразумевают исключительно только один вид композитов – полимерный композит. Потому что они, точнее, не сами эти композиты. Вот опять важный нюанс, который не все понимают, что композиты как материал, как, например, как древесина, как бетон, как металлы, его как материал как такового в природе не существует. Есть изделия из композитов. Потому что вот уникальность композита в том, что сам материал и изделия из него образуются одновременно в едином технологическом процессе. И
как раз о таком предприятии, осуществляющем полный цикл разработки производства изделий из композитных материалов, мы не могли не рассказать сегодня. Сфера применения продукции НЦК – это реконструкция гражданских, инфраструктурных и транспортных объектов, а также объектов энергетики, таких как градильни или даже газопроводы. Инжиниринг и производство технологической оснастки для других производителей изделий из композитов, прежде всего в авиаиндустрии и многое другое. Немалую долю этой продукции составляют изделия из стеклопластика. Читайте краткие обзоры ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Что из себя представляет НЦК сегодня? НЦК – это компания с историей в 12 лет, в которой работает почти 300 человек, эксплуатирует 3 производственных площадки. Технополис Москва, резидент особой экономической зоны Москва. Это Ступино и Ульяновск, портовая особая экономическая зона. Мы занимаемся проектированием и производством изделий из композитов, мастер-моделей, оснасток. Эксплуатируем основные технологии переработки композитов от пултрузии до ручной выкладки, вакуум-формовки. Также у нас действует крупный цех мехобработки, прессование, SMC-преформ и много чего другого. А сейчас посмотрим, как производят изделия из стекловолокна. В частности, как работает пултрудер. Мы с вами находимся на участке пултрузии. Здесь мы делаем стеклопластиковые и углепластиковые профили. Сейчас вы можете увидеть, как армирующий наполнитель в виде стекловолокна протягивается через направляющие, к нему подматывается мат из стекловолокна, пропитывается в открытой ванне. В ванну мы добавляем краситель, соответственно, изделие окрашивается в массе. Затем изделие подается на формообразующую оснастку, из которой шаттлами, в данном случае в 3 ручья, 2 цветов, вытягивается одновременно 3 стеклопластиковых профиля, которые затем будут использованы для перильных ограждений. Изделия собираются в упаковке. Дальше в большинстве случаев от нашей компании они поступают на цех сборки. На сборке происходит опиловка, сверловка и сбор конечных изделий. В каких-то случаях они поступают и на объект, и клиент производит самостоятельную сборку. Смотрите, вот профили поступают на гидрорез. На гидрорезе, видите, вот идет раскрой и нарезка отверстия. Соответственно, круглый профиль вставляется сюда, дальше пишет, и так собирается вот перильное ограждение. Вот, например, готовые, почти готовые изделия. Ну, вот это не дособранные еще, но да. Вот такое ограждение. Это вот то, что мы прессуем тоже, это нижние фитинги. Вот те перильные ограждения, которые на прямоугольной трубе, вот они сюда вставляются, а это присверливается уже. А в каком виде заготовка-то помещается? Вот, смотрите. Это SMC. Перемешаны там связующие, инертные наполнители, красители и рубленое стекловолокно. Пресс смыкается, раздавливает, да. Греет. Он принимает форму формосдающей оснастки и полимеризуется. То, что получается, это композит. Как бы вы определили участие НЦК в цикле производства изделий из композитных материалов? В области несерийных композитных деталей я бы сказал, что основные наши компетенции, где мы наиболее конкурентоспособны и полезны нашим заказчикам, они концентрируются в области от проектирования мастер-моделей и оснасток до изготовления непосредственно композитных деталей под нужды заказчика с подбором материалов от МДФ, стеклопластика, углепластика, модельного пластика, исходя из ТТХ этих изделий и исходя из их тиражности. Жизнь любого изделия начинается в стенах конструкторского отдела. Здесь мы проводим расчеты, проводим 3D-моделирование, далее мы проектируем технологическую оснастку, сборочные приспособления. И в данный момент мы активно работаем над серийной технологической оснасткой для перспективного авиадвигателя. У нас благодаря тому, что в 2013 году по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, который на тот момент был президентом, была разработана дорожная карта развития отрасли на 2013-2020 год. И ровно в этом документе было зафиксировано название отрасли, как отрасли. До этого ее, так сказать, отраслью никто не называл, и были только робкие попытки так делать. Вот она стала называться отраслью производства композитных материалов. Сейчас правительством определены приоритетные 13 отраслей. Вот из них, если убрать фармацевтику, все остальные, для них полноценный технологический суверенитет, без применения разных видов изделий и из композитов,
из всех видов, полимерных, металлических, керамических, углеродных, невозможно. Потому что это уникальные материалы, которые обеспечивают уникальные свойства. И таким образом мы даже получаем не столько технологический суверенитет, сколько технологический приоритет. То есть мы выйдем вперед, то есть мы можем уже наоборот сами определять тренды развития по определенным отраслям промышленности и по направлению материаловедения. Можем, если этим заниматься системно. Вот сейчас самая главная проблема отрасли тем, что ее развитием системно никто не занимается. Нет документа государственного уровня, который четко, вот как это было сделано в дорожной карте, разработанной по поручению Медведева, описывал бы все направления системного развития отрасли, который включает в себя, например, такие важнейшие моменты, как подготовка кадров. У нас в дорожной карте 2013-2020 года этот пункт был отдельно прописан, но, к сожалению, в результате саботажа, я по-другому это назвать не могу, там Миноборнауки, те положения, которые там были прописаны, они до конца реализованы не были. Что, на ваш взгляд, мешает достижению технологического суверенитета? Здесь, на самом деле, задачу надо разбить на две, потому что здесь надо обеспечить технологический суверенитет и последующий приоритет, собственно, в отрасли производства композитных материалов. Здесь один набор там, проблем и задач, а второй – это который надо решать в тех самых 12 отраслях, которые я озвучил, то есть где идет применение. Если касается отрасли производства композитных материалов, то, соответственно, должны быть выделены вот эти 4 блока, которые я озвучил. Почему они выделяются как 4? Потому что это принципиально разные по своей природе материалы. И даже технологии изготовления изделий из этих материалов, у них общее только слово «композит». Все остальное принципиально разное. Поэтому их надо выделять по блокам. И в каждом блоке составные части. Исходные компоненты для изготовления этих композитов, оборудование, технологии, утерянные, либо которые требуются к новой разработке, и отечественный софт. Это очень слабое, очень больное место. Потому что, например, то, что касается проектирования любых конструкций, даже суперответственных из композитов, весь софт, включая, который стоит на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, он весь иностранный. Вторая глобальная проблема, она касается, опять же, технологического суверенитета, причем и композитной отрасли, и отрасли потребителей. Это огромный массив исходных компонентов, которые у нас завозились импортные. По полиэфирным смолам более-менее, по олигоакрилатным, они же винилэфирные, тоже более-менее. По специальным смолам, там как кремнеорганические, полиамидные, тоже, так сказать, там все находится в таком вот не самом лучшем состоянии, так скажем. И огромное количество вспомогательных материалов, без которых невозможно работать с композитом, отвердители, ускорители, инициаторы, там, ингибиторы и так далее, это все было импортное вообще, практически 100%. Сейчас вот именно вот это предстоит импортозаместить и обеспечить технологический суверенитет композитной отрасли. Но параллельно обеспечивая мы свой технологический суверенитет, мы обеспечиваем тем самым технологический суверенитет для тех самых приоритетных 12 отраслей. Надо заниматься системным развитием отрасли. Для этого нужен еще раз ответственный государственный орган власти и документ государственного уровня, который системно описывает проблемы, цели, задачи, соответственно, сроки, мероприятия, сроки ответственных исполнителей. Тогда все будет работать так, как должно работать. Сегодня мы представили вашему вниманию достижения и особенности производства только нескольких предприятий композитной отрасли из тех 200, что по данным Минпромторга работают в России. Тем не менее, вы могли увидеть весь цикл производства одного из самых востребованных композиционных материалов – углеродного, от синтеза молекул в реакторе до готового изделия. Также вы могли убедиться, что предприятия, которые ставят перед собой конкретные задачи, находят пути их решения. Но хотя объемы производства растут, они не всегда успевают за спросом, потому что заместить весь импорт моментально не сможет никто в мире. И как бы банально это ни звучало, мы действительно живем в такое время, когда технологии меняются быстрее, чем кто-то успевает это заметить. И еще можно успеть на технологический рейс в будущее, где может статься и не нужно будет что-то импортозамещать. Россия уже сосредоточилась, пора делать выводы. Машнюс продолжит следить за развитием промышленности в стране и в мире, чтобы не пропустить актуальные новости. Подписывайтесь на наш канал.